патриот страны, потому что я против войны. Я не хочу, чтобы сюда приходили к нам в Москву, в Ярославль, в Нижний Новгород, груз 200, чтобы наши матери, наши жены и дети плакали. Я не хочу этого. Я считаю, что мы не имеем права в отношении дружеской страны так себя вести. Это подлость, это наглость, а главное, это во вред России. Thank you.
Thank you.